Может быть, на время прыжок можно снимать, передавать, например, кому-нибудь. На время прыжка, а потом опять одевать. Ну попробуй, чтобы лицо не поранить. Либо тебе надо отказаться сейчас от прыжков. Ну не хочу, чтобы это кровь там или прочее. Давай поразмышляй, просто подумай. Опасно. Парни, паразику надо сделать. Да, Сантей, молодец, но надо крутиться вот винтом. Во-во-во, докручивать, да. А вот представь, ты бы это в этот момент бы сгруппировался в воздухе. Попробуйте крутануть сначала винтом, а потом... Ростислав, нет. Давайте в темпе. Кто сейчас последний доходит? Есть контакт. Кто? Артем. Все... А, стой, Никита, а ты что не делаешь? Я не понял. Ты почему избегаешь? Не-не-не, братан, давай, ну-ка. Ты, кстати, да, что-то избегаешь. Ну-ка, попробуй. Так, молодец. А винтом крутанись. Винтом. И сейчас следующее действие будем. Готовьтесь, 4 человека. Первое, следующее. Винтом сейчас крутанись, Никит. Я? Да. Ну просто попробуй. Вот, а говорить не умеешь. Следующие 4 человека подошли сюда, остальные на турниках остались. Но я советую сразу Никита, Артем, кто-то Ростислав. Ну давай, Владик, ладно. Никит, пойдем. 4 человека подошли к матам, к этим. Остальные на турники разошлись, делаем подъем переворотом. Потерпи пока. Вы четверо, Арсений, надо кого-то... Арсений, отойди, пожалуйста, давай подъем переворотом пока делай, ты будешь в следующей четверке. Подъем переворотом делаем подряд. Сантей, Владик, делаем. Ваша задача по очереди делаете, да, сальто вперед, вот отсюда, с низкого положения на высокое, да. Сальто вперед делаете, по очереди, да. И сразу слез, маты поправил, да, 4, потому что вы... По 8 раз каждый делает. Сразу отошел, да. Парни, подъем переворотом, всем остальным делайте. Артем, Арсений, не стойте, Дим, не стойте, пожалуйста. Вот к Саше кто-нибудь идите. А, руки болят. А, варежки у тебя есть с собой? Да, давай, Дим, давай отжимания на перекладине поделай. Осилишь? У кого болят руки для подъема переворотом, отжимания на перекладине делают. Арсений, если болят руки, подъем переворотом, делаешь отжимания на перекладине. Не болят? Иди на высокий турник, иди рядом с Сашей. Не, Влад, ты прям так делаешь. А тебе нужно вверх и... По 8 раз делать, вы меняетесь. Потом 8 раз сделали, потом следующие 4 человека. Нам надо выучить обязательно. А, стоп, отставить. Силовуха. Кто там оттачивает выпрыги с пола? Да. Как раз и руки не заболят, и все правильно, да. Именно выпрыги с положения лежа, да. Потом меняются, одни на выпрыги переходят. Если я увижу, что все... Друг другу помогаете, кстати, парни. Вы можете по парам друг другу помочь. Артем, Мишань, выпрыги с пола. Сантей, Арсений. Надо под спину тебе ему руки засунуть и толкнуть его будет. Вот, молодец. Только теперь без помощи давай пробуй. Дим, пробуйте, надо сделать, Димарик. Мишань, Артем, ты с Сашей, Арсений с Мишей. Вдвоем помогайте друг другу. Выпрыги с пола. Делайте, надо 10 подряд сделать. 10 из 10 должно быть выполнено. Каждому 10 из 10. Владик, ты сам сможешь, да? Если что, если сам можешь, уверенно можешь, помогай парням. Если ты уверен, ты... Ну, давай, разочек сделал, показал им и помогай им. Под спину надо страховку делать. Либо иди Диме помоги. У Димана, видишь, не получается. 10 из 10 надо сделать, парни. Помоги ему в паре, вот ты стоишь, помоги ему. Под спину. Так надо, чтобы ты уверенно сделал. Не один, а 10 раз. Не-не-не, Владян, стоп. Так, парни, вы сделали свое количество? 6 раз, дальше поехали. Сейчас готовьтесь, кто делает выпрыги, готовьтесь на сальто. Владик, помоги Диме, пожалуйста. Вот он сидит грустный. Помоги ему под спину. Диман, братан, надо сделать.
Не, Влад, ты вообще только вперед хочешь, один из них вверх сейчас вперед. Тебе прям можно вверх вытолкнуть. Чтобы не было потом нытья, что у вас руки забились или еще, значит, будем сейчас делать акробатику, точить ловкость, силу и гибкость. А то вы говорите, руки забиваются, не можем делать, вот чтобы не забивались, вот будем так. Никит, тебе 100% тоже надо научиться. Да, я вижу, что ты, Иван и Артем, и Диманика надо подтянуть. Вы сможете в школе провести какое-нибудь выступление интересное. Так, 8 раз сделали? 7. А, пришел? Ну, надо было принести, показать нам всем. Давайте доделайте, следующий на сальто готовится. Да, ну вот на последнем раз нам осталось. Нет, 4 человека надо. Вы с друг другом договоритесь. Не, в принципе, можно не 4. В принципе, можете всей толпой стоять. Диман, если не получается, Влада проси помочь. Все? Следующие к сальту подошли по очереди делаем. Остальные парни. Сейчас, ладно, хорошо, попить, умыться в туалет, да, разбежались. Команду слышали? Попить, умыться. Попить, умыться в туалет. Так, и пока здесь по очереди подходим, записываемся. Попить, умыться в туалет. Давай, Артем, записывайся. Прям строчка. Можно кого-нибудь посадить, или будете диктовать, кому-нибудь писать. Это лучше пусть каждый так, давай попробуем. Сейчас, секунду. А. Сколько раз надо подряд сделать? А сколько осилишь подряд? Подряд 0. Сейчас, тихо. Погоди, Артем, еще одна запись. Не, ну подряд можете, можно попрыгать делать. Следующий подходим, записываем. Сейчас пока температуру давай стрельбанем, пока следующий. Отходите. Мне? Себе, да, измерь. 36 там выбей, 6. 36,2. Молодец. Чувствуешь себя хорошо? Все, следующий вводим. Везде 36,2 убивают, да? Маты, Мишань, маты. Мишань, надо по очереди, парень. Артем, не надо разбег. Артем, не делай большой разбег, не надо. Хорош, вы че. 35. Никит, ну зачем ты с разгона? Борец, ты что, бои турник без разгона? Да. Оп, как Артем, и натяжечку, молодец. Следующий парни. Дима. Димарик. Ростислав, готовься расписаться. Давай, цифра 3. Вот здесь. В темпе, ну четко, чтобы красиво. Артем, братан, пойдем переворотом. Владик, помоги Артему, пойдем переворотом осилить. Иди на турничок, на средний иди. Миша, группируйся, ноги, ты ногами себя ударишь по лицу, Мишань, группироваться надо. Миш, ты ногами себя по лицу ударишь. Ты уже ударил, да, себя ногами по лицу? Вот, я про это говорю, группироваться надо, иди сюда. Иди распишись. Опасно, братан, да? Спокойненько. Все, фамилия, милочь, цифра 4 у тебя, да. Терпимо? Все, братан, терпи. Парни, группировка, ногами себя по лицу можно ударить. Пожалуйста, группируйтесь. Поправьте, дырка у вас, поправьте, конечно. И вот здесь еще, смотри, где эти, не бросай ручку, пожалуйста. Вот здесь, цифра 4, да. Терпи. Группировка. Понимаешь, по этой говорю, группировка. Артем, забело, подъем переворотом. Надо пробовать. Вот, смотри, Владик тоже говорил. Владик, два Владика. Вы всегда умели подъем переворотом делать? Нет. Вот надо сделать так, чтобы Артем забело сейчас смог. А я могу?
молодец. Сейчас будешь расписываться. Сейчас, секунду. Давай. Мишаня, температуру мерь, а ты иди расписывайся. Вот здесь цифра 5. Записывай. Строчек. Миша, дай, пожалуйста. Цифра 5 строчек. Надо просто здесь подержать. Миш, как молодец. Терпи, Мишаня. Давай пойдем с переворотом, братан. А? Нет, доделаешь? Ну давай, доделывай. Артем, терпи. Пробуй. Группировка. Нужна группировка, парни. Нет, ты не прыгай. Надо тянуть. Мах ногами должен быть вовнутрь. И здесь. Вовнутрь мах ногами. Вовнутрь мах ногами. Тебе надо провернуться, голову развернуть в эту сторону и махать ногами. Для этого ляжь на пол и махом ногами перекрути себя назад. Вот ляжь на пол и махни ногами так, чтобы ты четко назад кувырок сделал. Или не с пола, а хотя бы здесь, с высоты. Вот ляжь на высоту и махом ногами себя перекрути назад. Вот ложись спиной на высоту. На мат. Ложись, ложись. Записал. Развернись так, чтобы... Повернись туда головой. Туда головой. Вот сейчас мах ногами делай так, чтобы ты... Мах ногами за голову делай. Резко мах ногами за... Резко. Вот это должен делать в воздухе. Тогда будет сальто. Я делал, но я делал с высоты. Я хочу с места. Иди запишись. Строчка, строчка. Что, мне писать свою фамилию? Фамилия 6. Фамилия, имя, отчество. Артем, как самочувствие? У кошки прищем, это бывает. Я часто прищемляю, это бывает, братан. Надо терпеть. Надо терпеть. Ты обещаешь терпеть? Да? Ну и все. Еще дальше после того, что... Фамилия, имя, отчество и здесь. После сальто пойдем переворотом. И надо отточить идеально, чтобы было. Да, Димарик, согласен. Да. Не получается, пойдем переворотом, делай отжимания от брусьев. Парни, в принципе, давайте поехали сейчас, уже подготавливаем себя. Вам надо сейчас надо попробовать делать связки, которые вы считаете не опасными. И пока без матов. Маты нужны для сальтух. У нас будет сейчас три площадки. Первая площадка – это отработка акробатики сальто, оттачивание. Вторая площадка – это турники, перекладины, брусья, где мы оттачиваем как можно больше статики. Действия – простые элементы без оскоков статики. Третья площадка – тяжести, утяжелители, штанги, гири. Че по занятиям решились? Держи, записывай. Красавчик, ложи, сейчас запишемся. На 12 занятий? Да. Тогда молодец, че у тебя? Запишись, пожалуйста. Я не принес сегодняшнее занятие, потому что я не знал, что пойду. Кирилл пошел, домой не заходил. В субботу придешь? Запомнишь? Я вопросик поставлю, молодец. Тогда смотри, если ты не абонемент, тогда кому-то занятие, два занятия будет висеть. Ты же помнишь, что у нас два занятия мы ударим? Вот сейчас надо вам... Ну давай, ты пока запишись. Ростислав, Владик, подойдите сюда, пожалуйста. Нет, да, Ростислав и Владик, ты, да. А насчет абонемента? Да, сейчас будем узнать. Зови, вот кто... Не, Владян, ты нет, ты занимайся дальше. Вот кто... Так, смотри. Владян, тебе плюс два занятия, что Ростик абонемент приобрел. Тебе два занятия, красавчики. Вот кто их привел? Ну, получается, Ростик. Что я. Ты их привел. Вот один из них сейчас заниматься абонемент, другой пока одноразовый. Вот давай думай, как занятия, как распределить, кто кому. Вот они когда абонемент купят, мы просто я просто купил уже. Он уже взял абонемент. Я могу занятия просто, да? Вот нормалек подаришь, да? Чисто по одному, и ему тоже одно. Вот можно было бы тогда, просто если бывает у кого-то, всякая, да, ситуация в жизни бывает. Бывает на колу, на мороженое потратил или там что-нибудь. Сантей, со скоки нельзя, понял? Да, аккуратно. Поэтому друг другу надо протягивать и помогать. Я вот вчера виновным ребятам объяснял, чтобы они помогали. Вот пока они не тупляют, не соображают. Чем вы сейчас покажете больше дружественность, если вы получится вам эту дружбу принести хотя бы пяток лет, а еще лучше 10, или там, когда у вас свои семьи появятся, вы обалдеете от того, насколько это редкость. Ну это так, Владян, иди распишись. Иди распишись. Я с Кириллом дружу. Я с Кириллом дружу с самого детства. Мы с мамой знакомы. Подруги. Ой, парни. Вы забыли здесь расписаться.
Вот здесь надо 7. Кто у нас был номер 7? Я 6 был. 7 еще нет? Чермашенцев. Давай, Серега. Здесь. Здесь цифра 7 и другой цифра 8, да. А ты будешь цифра 9 получается. Дружбу надо сохранять. Это дар. Это реально дар для людей. Потому что в основном люди находят причину поругаться из-за мелочи бывает. Кто-то что-то потерял, кто-то что-то недопонял, кто-то что-то недослышал, и все. Самое главное – недосказанность. Старайтесь дружить так, чтобы не было недосказанности. Должно быть все открыто. С браслетом аккуратнее, помнишь? Если что-то жесткое есть, сними, пожалуйста. На всякий случай. И парни, у кого на руках поправка на ветер? Цепочки, браслеты, часы, по возможности очки при выполнении элементов снимайте. При занятиях старайтесь убирать опасно. Можно порвать кожу, порезаться опасно. Артемий, Мишаня, Арсений, пожалуйста, Дим, следи за ребятишками, пойдем переворотом. Если ты сам могешь, пусть они тоже могут. Мишань, ты штаны скоро до ушей дотянешь. Пойдем переворотом. Кто еще не записывался? Ребята, идем записываться. Стой, Владик, а здесь ты не расписался, две записи надо делать. Конечно, две записи, 9 и 9, давай. Сантей, пойдем расписаться. Элементы, Никитос, без мата не страшно, давай статику, динамику показывай. Никит, а давай какие-нибудь удержания корпуса, поделай это. Да, следующий, Сантей. 11, сейчас, секундочку, 10-10, записывай, здесь и здесь. Что? О, нифига себе, фокус, да? Да. Нормально, а надо чьи-то ноги туда засунуть, и как будто получится ноги, и сфоткать потом. О, кстати, я могу вот сюда залезть с головой. А кто-то здесь голову, да, свою оставит? Не, и ногами сюда. Мне самое главное не застрять. Не, а голову вот сюда вот. Как в бункере, пролезь, можешь сквозняком? А голову сюда вот сейчас машу залазить. Хорошо записывай, чтобы понятно было. Давай. Кузнецов, я Александр Федорович. Да, и вот здесь тоже, аккуратненько. Уместись. Парни, а попробуйте парное поделать, например, медленное подтягивание. Никит, смотри на меня, братан. Я не люблю, когда я разговариваю, а ко мне спиной отворачивается. Я тоже... Стой. Я же к вам обратился, парни. Я же обратился к вам. Никитос, посмотри на меня. Если ты сейчас, если кто-то так будет позволять себе отношения, вы увидите, как я могу так же относиться. Это будет крайне неприятно для всех. Понимаю? Посмотри на меня, пожалуйста. Если есть какая-то недосказанность, лучше сказать: Сергей Игнатьевич, мне не нравится что-то, я хочу предложить это. Если нету никакой недосказанности, то лучше как минимум проявить уважение просто по-человечески. Потому что иначе это все доведет до беды. Пожалуйста, кто осилит? Кто маты, только матики соберите, так же сделайте ровненько. Я хотел бы от тебя и от Артема увидеть медленное парное подтягивание, например, на счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И также медленное парное опускание вниз. Попробуйте, кто осилит? Классное упражнение. Время готовиться к элементам надо. 19:06. Ну-ка, смотрим на парные выступления. Разошлись. Давайте. На 8. А кто другие осилит? Что, давайте. Идите другие, пробуйте. Полез переворотом такой. А парные. Например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот типа ногами. Можно так счет сделать. Только ты попробуйте, что вы сделаете. Не лежим. Парни, поехали тоже. Либо крутим сальтухи, либо тренируемся. Либо на турники. Не простаиваем, 100%. Кирюх, Сантей, попрыгайте, пожалуйста, от стены. Туда, от стены, Ростик тоже, от стены в ту сторону. Чтобы я мог видеть... Ну, по два человека от стены, да, туда вперед прыгать. Чтобы я мог парней видеть тоже, и вас, и парней. Димарь, потренируй флажок. Сосилишь флажок. На столбе, либо на стенке, помнишь, я показывал, на стенке флажок. С упором ногами в стену и упором руками за лесенку. Можно флажок, хвост который, да. Мишаня, по очереди, флажок с Димой. Дима,
Нет, Дима делает уже флажок, а ты давай свой делай. Владян, рассказы молодец, но ты должен делать элементы парные вместе с Антеем. Че, Никитос, тяжело? Так, кто еще не расписывался? Парни, вспоминайте, кто не расписывался? Артем, пойдем. Аккуратнее. У нас, ребята, бывает, коленями лицо разбивали. Забыл, но это бывает. Надо делать 10 из 10. Давай, братуха, расписывайся. Здесь и здесь. Что, можно на вас расписывать? Сейчас ждем. Погоди, что у нас там другие. Что? Расписывайся здесь. Имя, фамилия, отчество. Ой, вернее, фамилия, имя, отчество. И потом расписываешься здесь. Фамилия, имя, отчество. Никит, попробуй выйти хотя бы крокодильчик из подтягиваний. Попробуй хотя бы это делать. Выход сразу в крокодильчик. Вы можете делать через колесо на полу. А, ну хороший прыжок. Ты можешь через покрышку. Да, мерить температуру. И вот здесь надо расписаться тоже. Постарайся более... Вот здесь мерить, если что. Там погорячее. Постарайся покомпактнее записаться. Здесь тоже запиши, пожалуйста. Лишние движения, парни, парни, лишние движения делаете. Там, там, лишние движения совершаете. Артем, сейчас покажу вам одну штуку для всех. Арсений, Мишаня, Арсений, иди сюда. Иди сюда. Два мата мне посередине. Что такое? Смотри, в чем задача, Арсений, иди сюда. Сколько вес? 30 килограмм. Я сейчас сделаю, повисну на турнике, сделаю вот так ноги. Твоя задача положить подмышки, не валяемся, на шпагате, на мостике. Положить подмышки мне на ноги. Смотрим все. Сейчас поймете, для чего это надо. Руки готовы. Да, мне вот, правда, чуть-чуть у меня тоже посорвались. Мне тяжело. Буду на пальцах висеть. Смотрим внимательно, что делают. Давай. Ну, поехали. Каждый разобрали себе и пробовали. У меня в локте. Поехали. Каждый разобрались. У меня просто суставы разломаны, разбиты все. Поэтому я очень редко делаю упражнения. У меня руки реально разваливаются. И ноги, и спина. Я никого не подниму здесь. Пробуем. Каждый разобрались. Пробуем. Конечно. Либо он висит. Конечно. Пробуем. Каждый. Поехали. Разобрали себе пару. Парни, смотри. Повисли любой. Повисли. Ну что, внимательно. Повисли любой. Висти. Любой. Любой висит. Владик, залезай. Залезай. Ноги в колено подняли, смотрим сюда. 70-67. Ноги в колено подними. Упор, упор. Ноги держи, поднимай, конечно, пяточки на себя. Все, упор. Либо здесь что, сил не хватает, вот поехали. Вот так же прокачиваем. Один, другой поменялись. Поехали. Как минимум доводим до 10 секунд. Каждый. Упор лежа принять. А с кем? Упор лежа принять. Сейчас расскажу с кем. Это за то, что, опять, мне не хватает умения объяснить. Давайте по два взрывных каждый. По два взрывных. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Все сделали? Да. Все точно, да? Подъем. Смотрите, каждый выбирает себе пару, кто захочет. Соответственно, малышу интереснее, с кем-то посильнее. Сразу я бы предпочтительнее разобрал бы Артема, 100% бы повисеть, Димарика, Никиту, Владика, то есть пробуйте, Сашу. А если остаются взрослые, то вот так рукой придавливайте. Коленки поднял и придавил рукой, другой дави. Постарайся облокотиться, 10 секунд минимум. Ребят, все, разошлись. Хватом любым, хватом любым. Парни, теперь, пожалуйста, скажите, кто еще не записывался?
Подойди сюда, кто не записывался. Никитос, ты не проснулся, что ли, братух? Что с тобой? Тебе, может, кофе... А что такое случилось? Кофейка не откажусь. Кофейку, может, тебе кофейком угостить? Есть 18 лет? Угощу с радостью. Нет еще 18 лет? А, есть уже 18 лет? Да? Это злонамеренная шутка вести меня в заблуждение. Давай, расписывайся. Попить, умыться в туалет. Что случилось, настроение? Что нет? Руки болят? Не знаю. Ты, смотри, какая, если что-то происходит, да, какая-то. Во-первых, я, ну, стараюсь считать образ, который, да, вот на человеке вот находится, считать, и как бы аккуратненько, аккуратненько все вот в такой в радостной форме, ну, узнать, что произошло. И вот еще, погоди, стой, вот еще одна здесь. Чтобы не спрашивать, да, и как бы, нет, что случилось, если что ты так себя ведешь, что происходит. Ты либо постарайся себе настроение это поднять, ну, каким-то, не знаю, например, Павел Сергеевич, можно я буду делать сегодня действие такое-то, такое-то, да? Вот, у меня там, например, что-то рука болит или локоть или еще что-нибудь. Я скажу, братан, конечно же, можно. Носок порван. Как? Носок порван. Из-за этого? Нет. Блин, ты причину ищешь, что у тебя настроение из-за этого? Я... Хочешь поднять настроение? Пересчитай. Нет. Всех, пожалуйста, вместе с тобой. Не хочешь настроение поднять? Давайте волшебный щипок. Пересчитай всех, давай. 12 человек. Все расписались, да? Я очень хочу. Ну, молодцы. Что такое? Настроение поднялось? Да. Можно маты? Парни! Все пробы, все сделали то, что я просил? Да, я сделал. Три раза сделал. Хорошо, сейчас мы проверим. Кто у нас самый легкий по весу? Арсений, 30 килограмм ты весишь? Вот сейчас задача всех будет. Сейчас задача будет всех. Выдержать либо Арсения, либо Мишаню. Пять секунд всем. Подготовились. Арсений, Мишань, по два человека. Арсений и Миша. Тоже готов? Парни! Да. Смотрите, Арсений и Михаил, вы будете в виде груза. Хорошего, добротного груза. Сейчас по два человека вешаются на турник. Вы подходите, держите 5 секунд. Поехали. Готовимся, поехали. И потом на элементы. Да, Димарик обязательно, точно, будь здоровы. Но если еще подтянулись бы, хорошо. У нас есть два, Арсений и Миша. У нас есть два человека. Парни, вы что тупите? Тяни, Диман. А, Диман сразу подтянулся, да, хитрец, но 5 секунд не прошло, ну ладно, допустим. Вот, смотри, что творит, молодец, Артем, 30-ку, да, вытягиваешь, молодец. Все, кто следующий, пробуем, Мишаня, Арсений, также к следующему, Миша. Если я 32 раза с 30 килограмм подтянусь, я Мишаня, Арсений, вы что? Вы, да стойте, вы что, Миша, Арсений, вас ждут ребята. Вы зовите, парни, кто не сделал, зовите их. Арсений, к другому подойди, кто еще не сделал, конечно, Арсюх. Уже помогайте. 12-12. Конечно, если бы мы быстрее соображали, было бы все интереснее. Ручки напрягай, Арсений, ручки напрягай, давай, прям. 5 секунд, терпи, Арсений, не вставай, надо протерпеть, Арсений, не вставай, не прошло 5 секунд. Отпустится, Арсений, лицом клюнет. Да как же, а не надо лицом, он должен сидеть вниз. Да чего он отпустится? Да, а что ты хромаешь? Что ты хромаешь? Опухшая нога? А что случилось? Подошва тонкая. Давай, может, бинтом замотаем, Никита? Ты хромаешь, покажи, что случилось. Давай бинтом замотаем. Ты мозоль содрал? А вот это плоская. Блин, братан, опасно. Хорошо, Артем, а можешь ты Владяна удержать? Соня, 6 секунд. Сколько удержать? Давай, ну-ка, меня, да, стой, давай максимально, кто сможет, давай, ну-ка, кто? Кто самый большой, кто самый тяжелый вес? Ну, Артем, да, тяжелый вес? Давай, я слышу, попробуй. Сеня, иди сюда. Так, давай, Сантей, ко мне сколько вес? 47 точно. 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 47
Три раза, я тянул. А он три раза. Я не прав. Вот этот подтягивание не считается.
конца руки разбежать. Нормально, нормально. Сколько ты весишь? 50 или 47? Как я, в общем, да? Все, парни, маты расстилаем на элементы. Туда, на те, Дима. Стоп. Матрас. Поролон. Маты в чехле. Запомнили порядок? Матрас, поролон, маты в чехле. Равное для других, для детей. Че, Никит, почему так? А? Почему так? Немножко большой. Нет, большой пока будет занят для акробатики. Я сегодня дальше... Смотрите, не проставим такие же условия. Кто стоит, тот на акробатике. По-любому. На акробатике. 100% выпрыг. Я сегодня сказал, что вы сделаете. Значит, вы сегодня будете делать. То есть у нас также несколько площадок. Площадка силовых тяжестей, площадка акробатики, площадка турников перекладины. Нет, Владян, нет, поролон под изголовье вытягивай. Маты одинаковые ровно должны быть расстелены для всех. Поролон под изголовье вытягивай и накрывай его матами. Все ровненько. Для детей и для взрослых должно быть одинаково, а никто никого ничем не ущемляет. А там есть маты? Где? Я забыл. Наверное, есть, но они там, наверное, нужны. Сейчас посмотрим. Туда не ходи, ничего не берем. Без моего спроса тем более. Сантей, давай-ка помоги маты расстелить. Ладно, я понял. Даже я спокойно стою, стою. Это низко. Он обычно подпрыгивает. Да, я обычно прыгаю. Да, давайте подойдем. Нет, зачем? Артем, забело, ты можешь себе пониже ее опустить. И вон еще один дорт подпишись. Ты ее чуть пониже опусти, чтобы тебе удобнее было колотить. Да, и можешь прям пам-пам-пам разные штучки какие-нибудь красивые, да. Ты устал? Владик, другой, ты Цура. Иди сюда, Владян. Артем, иди сюда. Иди сюда, Артем, иди. Возьми подшипник, пожалуйста, пойдем с переворотом. Ну только успокой, вон переживай, что один раз у него получилось, а больше не получается. Дай пить. Все, не переживай, что он ходит расстроенный, да? Организуешь? А? Да. Артем, не переживай, сейчас Владик, все, пойдем, Артем, с Владиком иди, сейчас все получится. Давай, на маленьком турнике. Давай. Вот так вот с пацаной. Парни, в общем, без простоев, помните. Акробатика, выпрыги, делаем любые стойки, движения. Без простоев. Давайте, попить, умыться в туалет и понеслась. Я не знаю, что это. Владян, Андрюшишин, постелено плохо маты. Дырки, дырки у изголовья. Постели квадратики, закинь на черный мат. Вот эти квадратики на черный, подведи чуть-чуть их. Внахлёст сделай на черный мат. Да, да, молодец. Парни, попить, умыться в туалет и понеслась. Не простаиваем, Саша, Кий, Кузнецов, не простаиваем, не простаиваем. Пока ждешь, значит, ты ждешь в шпагате, в мостике. Ростислав, такая же тема. Увижу, кто простаивает, будем напрягаться очень много. Дайте возможность кому-то на турниках сделать два раза подряд. Почему вы ждете, когда один раз делает и уйдет? Пусть по два раза делают. Вы просто лишнего не стоите. Артем, нашел? Не простаиваем. Элементы, выпрыги, выскоки, шпагаты. Дима, да чего очередь ждать? Ты чего ты стоишь очередь? Ты делай, пока стоишь. Конечно, действий-то много. Есть подушечки, побить можно, конечно, ногами, руками, головой, если желание есть всечь. Но, с другой стороны, помните, вы бьете, если удар сильный, расшатывается связка. Он шатается. Сантей, не стоим, стойка на руках, ждем, неважно как. Не простаиваем, парни, и не просиживаем. Вы имитируете растяжку, на самом деле вы ее не делаете. Сантей, Кирюха, вы имитаторы, не надо притворяться. Если вы тянетесь, тяните по-настоящему.
У меня растяжка очень плохая. Вот, делай лучше. Посмотри на Диму. Хочешь такую же растяжку? Нет, не хочу. Мне такая не нужна. Тянитесь. Ну-ка, я тебя хвалю, и то он смотрит на тебя, нафиг мне такая растяжка. Я лучше со своей останусь. Поэтому, Диман, покажи.